Привет, друзья, с вами Варчик. Вышел патч 1.0.1, и многие кто начали качать новую итальянскую ветку. Что же она вначале нам готовит? Самые низкие там начальные уровни до 4 я не играл. Там, в принципе, не сильно интересно, там танки проходятся за пару боев. Начал я с 5 уровня. Вы видите на экранах уже 6 уровень, и в дальнейшем еще сделаю видосик по 7-му. Отдельно видео будет. Сейчас мы поговорим про 5-6 уровень. В принципе, 5 уровень, там такая какая-то тележка с довольно-таки средней пушечкой. Стабилизация сведения отвратительная. Альфа пробитие на уровне, там все около соточки. В принципе, если свестись, урон набивается. Стрельба, в принципе, немного отвратительная. Подвижности нет. Есть какая-то броня, иногда она спасает против одноклассников, но против более высоких левелов лучше прятаться. Но из-за этой брони танк никуда не ездит. Он вообще как черепаха, тупо тяжелый. И как по мне, в ветке СТ-шек наблюдать на 5-6 уровне медленные бронированные, якобы бронированные СТ-шки, наблюдать мне неприятно. При том, что на высоких левелах не бронированные СТ-шки довольно-таки быстрые. Особенно 9 уровень, до которых я докачаюсь и тоже посмотрим, что они из себя представляют. В общем, на 5 уровне тупо проходной танк. Мне он, в принципе, не понравился. Играть на нем можно, но неинтересно, скучно. Он никуда не едет, никуда не успевает. И стрелять некомфортно. В принципе, прошел, забыл, но его в пень. Переходим к 6 уровню. Что мы здесь получаем? Танк уже обретает какие-то формы, более похожие, в принципе, на танк, а не какие-то там табуретки на колесиках на низких левелах. Пушка получает какой-то вменяемый вид и ТТХ, а не какие-нибудь там ружья и винтовки на начальных уровнях. Танчик, к слову, называется P-43 Bis. Итак, по вооружению у этого танка все довольно-таки интересно. Альфа 240 на 6 левеле — это очень много и очень хорошо. Точность 0.4, сведение 2.4. В принципе, точности достаточно, если вы поставите доп паёк и прокачаете экипаж пару перков хотя бы. Все будет нормально. Но если экипаж у вас только начинает свой звездный путь, а доп паёк вы не можете поставить, поскольку не понимаете, что доп паёк в World of Tanks — это имба, и ни одна имба без доп пайка не имба, то будет вам туго. Да и в целом, если вы прокачаете много перков и поставите доп паёк, самый главный минус этого танка никак не изменится. А самый главный минус этого танка, конечно же, скорость. Он просто, сука, не едет. Удельная мощность у этого танка 15,5. Максималка 50. Свою максималку он набирает только с горы. На горку он ползет там что-то 10 с хвостиком километров. И просто вообще хочет остановиться и экипаж выйти с танка и сказать: ну нахер, я пешком. Да и по прямой ездит он неохотно. В принципе, подвижность тупо печаль. Обзор 360. В принципе, на 6 уровне это не особо большой обзор. Средненький такой. Можно его там разогнать рогами, либо же допаёк плюс просветленка. Если у вас еще будет 2 перка на обзор и боевое братство, у вас будет вполне максимальный обзор. Либо же просто ставите рога. Я поставил сначала досылатель сведения рога. И без допайка игрался этот танчик. Ну так как-то паршивенько, не очень, мне не понравилось. Потом я поставил досылатель сведения оптику и допайок. И танк уже заиграл немного лучше. Стрелять стало более-менее комфортнее. Не сказал, что прям эталон удобности стрельбы, но было нормально. Без допайка стабилизация сведения говняненькая. Но как ни крути, ездить этот танк все равно не будет. У нас еще, кстати, есть броня 80 мм во лбу и башня и корпус 50 борта. Но эта броня такая. На 6 левеле броня уже ощущается ну так себе. Хочу вам заранее сказать, что на 7 уровне броня ощущается еще меньше. Чем выше уровень, тем брони все меньше и меньше, поскольку там вооружение все жестче и жестче.
Что-то там этот танк отбивает, но поехать с тяжами и впереди всех танковать у вас не получится. Ездим мы примерно как тяжелый танк, разве что максимальная скорость от СТшки. ДПМ практически 2000, в принципе танчик наносит урон довольно-таки быстро и бодро. Но в целом, что хочется сказать про этот танк. Бои у меня на нем тащить не получается. Я тупо не могу успеть туда, куда я хочу. Не могу быть в нужном месте в нужное время, чтобы затащить катку. Я с удовольствием хотел бы поехать на один фланг, потом поменять на другой и приносить пользу. Но не получается, я приползаю в одно место, то туда, то сюда, никуда не успеваю, пока хоботком покрутишь, бой закончился. И вот у меня и получается, что на 5 уровне 50% побед, что на 6 уровне 50% побед. Я просто не успеваю в нужное место, где я необходим. Дамажки набиваются. Но смысл с набитого урона не сильно большой, если я не могу довести бой до конца. Поэтому какое-то смазанное ощущение от начала прокачки итальянских средних танков. Даже порою не то, что хочется, а даже я уже немножко задонатил эти танки, потому что, ну, победы прям тяжело даются. На танке вроде удобно стрелять, вроде похож на танк. Но чё-то, короче, как-то даже как-то тяжело браться за продолжение прокачки. ВН-8 набивается, урон набивается, побед нет вообще. Просто ты участвуешь в бою, набиваешь результат, а смысл с этого, ну, как-то так. Хотя, может, некоторые, которые играют так чисто циферки понабивать, может, им 6 уровень не понравится, и они даже могут сказать, что это имба. Поскольку урон он набивает довольно-таки хорошо, если нужные доп пайки туда насувать. Но когда ты хочешь сыграть красивый бой и дотащить его до конца, то уже что-то танчик не особо нравится. Вот и этот бой я опять не дотащил. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.